Международная плавательная лига – ежегодные состязания между командами профессиональных пловцов. Она существует с 2019 года и все больше набирает популярность у зрителей, увлекающихся соревнованиями по плаванию. Наши спортсмены не только участвовали в ней со дня основания, но и показывали весьма высокие результаты. Создаются команды, они, то есть, интернациональные, полностью просто между собой идет борьба. То есть там не предвязано. А есть ли уже такие соревнования? Да, уже 2 года проводятся они. И как успехи? Первый год наша команда победила, второй год команда на втором месте. Сейчас тренировки проходят в легком режиме. Спортсменам требуется, с одной стороны, оставаться в форме, с другой – постараться максимально отдохнуть после страстей и напряжения всех сил на Олимпиаде. Если проводить аналогии, Международная плавательная лига в водных видах спорта, как НХЛ в хоккее или УЕФА в футболе. Она сделана в очень интересном формате, где каждый спортсмен, что мы привыкли в плавании, не получает медали, а получает именно команда, да, и денежный фонд, и все делится на команду. Это очень интересно. По итогам соревнований побеждает коллектив спортсменов, набравший больше всего очков в различных дисциплинах. Команды в Международной плавательной лиге формируются не по национальному признаку. Каждый из них включает спортсменов из разных стран. В стартах участвуют пловцы только самого высокого уровня. И туда допускаются только профессионалы. Минимум это ты должен быть призер мира. По-моему, сейчас, так как еще 2 команды увеличили, еще сейчас стали поднабирать чуть слабее ребят. Я слышал, там в одни из команд взяли призеров Европы. Старт мероприятия, на который собираются Евгений Рылов и Иван Гирев, 26 августа. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.